Веселая Ханука, праздник света, который берет свое начало со 2 века до нашей эры, отметили в Люберецкой еврейской общине. На торжество пригласили и нашу съемочную группу. Свечи на специальном подсвечнике Ханукии по традиции зажигают уже более 2000 лет. 8 дней в году иудеи всего мира отмечают веселый праздник света, обновления и чудес. Среди последних памятные события – изгнание греко-сирийских войск из Иерусалима и возобновление храмовой службы на Святой Земле. В эти дни мы стараемся веселиться, радоваться, устраиваем какие-то веселые собрания. Обычно дети в эти дни получают подарки и устраивают какие-то игры, викторины. Ну и взрослые тоже вспоминают, что они когда-то были детьми. Поэтому это очень хорошее время. Это вот напоминание, во-первых, о чуде, с одной стороны, а с другой стороны, о том, что люди должны делать то, что они должны делать всегда. По преданию, иудеи, которые очищали оскверненный храм, нашли бочонок масла для свечей. Но вместо одного дня горения его хватило на 8. Теперь, во время празднования, зажигают 44 свечи. В первый день одну, во второй две и так далее. Этот праздник света, тепла, добра, мира. Вот, чтобы во всем мире, как говорится, маленький свет развивает большую тьму. В России его отмечают сейчас открыто, зажигаются везде свечи. И во всех городах мира зажигаются хануки в центре города. Празднование Хануки сопровождается песнями, играми и застольем. Из традиционных угощений блюда, приготовленные на масле, пончики сурганиот и картофельные оладьи левивот. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.